Торжественное мероприятие «Ко дню Победы» с показом фильма проходит второй год подряд и становится доброй традицией. Перед началом каждый мог ознакомиться с выставкой исторического оружия времен Второй мировой. Особенно ей интересовались мужчины и дети. Тут у него в основном такой дисковый был. Диск был. А здесь вот секторный магазин. Видишь, там есть пружинка, в этой пружинке там уже есть посетители, пули. Безусловно, главными героями вечера стали ветераны. Благодаря их доблести на полях сражений и в тылу, ценой невероятных усилий враг был разбит. Зрители стоя аплодисментами поблагодарили их за совершенный подвиг. А память всех, кто не вернулся с войны, защищая родину, почтили минутой молчания. Война прошла через сердца и души каждой семьи. И сегодня хочу сказать, что мы этот праздник должны отмечать именно с такой целью, чтобы никогда не допустить тех событий, которые были в те далекие 40-е годы, чтобы ни одна страна не посмела замахнуться на нас, на нашу родину, на нашу свободу, на всех, кто живет в нашей прекрасной стране. Мы всегда будем чтить память тех, кто героически сражался на фронтах, трудился в тылу, восстанавливал нашу страну из руин после войны. Низкий вам поклон и наша общая благодарность за тот подвиг, который вы совершили во имя нашей светлой, мирной и счастливой жизни. Для собравшихся зрителей и в первую очередь ветеранов со сцены звучали песни военных лет, а театр танца «Булгары» выступил с хореографическими постановками. Вечер в ДК «КамАЗа» продолжил фильм «Солдатик». Это история, основанная на реальных событиях о 6-летнем Сереже Олешкове. Во время войны чудом спасшийся сирота стал сыном полка 47-й гвардейской стрелковой дивизии. Для бойцов он стал ярким примером храбрости и героизма. Мальчик принимал участие в Сталинградской битве, а за мужество и стойкость был удостоен боевых наград. Таких героев страна не должна забывать. Константин Величко, Олег Горячков, «Вести КамАЗа».